Турбосвин – один из героев Авруауч. История. Турбосвин – жестокий и беспощадный убийца, которому не нужен веский повод, чтобы уничтожать все на своем пути. Мака Рутледж был одним из многих жителей австралийского аутбека, которых выселили из родных земель ради постройки новой Амнии. После завершения восстания машин правительство приняло неоднозначное решение подарить эти земли роботам, едва не уничтожившим всю страну, в надежде заключить с ними долгосрочный мирный договор. В результате Мака и многие другие обитатели Аутбека, промышлявшие сбором солнечной энергии и желавшие лишь одного, чтобы их не трогали, лишились дома. Возмущенные, они подняли восстание. Сформировав так называемый фронт освобождения Австралии, они начали борьбу с роботами, населявшими Омнию, и попытались вытеснить их со своих исконных земель. Ситуация становилась все более напряженной, и в конце концов бойцам ФОА удалось провести диверсию в ядре реактора Омнии, что привело к его взрыву. Этот взрыв уничтожил саму Омнию, заразил радиацией окружающую ее территорию и засыпал прилегающие к ней земли искореженными обломками на многие километры вокруг. Превращение родного дома в постапокалиптическую пустошь навсегда изменило Мака. Приспосабливаясь к новым условиям, он смастерил кислородную маску, оседлал свой старый мотоцикл и подался разбойничать на разбитых дорогах Аутбека. Постепенно он утратил последние остатки человечности. Так умер Мака и появился безжалостный убийца по прозвищу Турбосвин. Способности. Металломет Турбосвина выстреливает зарядами металлических обломков с большим разбросом и малой дальностью полета. В альтернативном режиме он запускает шар из металлолома, взрывающийся на некотором расстоянии и разбрасывающий осколки из точки взрыва. За короткий промежуток времени Турбосвин восстанавливает часть своего запаса здоровья. Турбосвин бросает крюк на цепи и притягивает пораженного противника к себе. Абсолютная способность. Турбосвинство. Турбосвин под завязку заряжает свой металломет и обрушивает на врагов ливень картечи, отбрасывающий все пораженные цели. Примечание. Один из альтернативных обликов Турбосвина, с маской акулы, называется «Мака». Примечательно, что так действительно называется один из видов акул. Турбосвин – один из самых немногословных персонажей в игре. Еще до официального анонса героя, можно было найти изображение Турбосвина на плакате, на локации храма Анубиса. Подобный, предрелиз, случился и с персонажем D.V. Фамилия героя является отсылкой к ведущему американской программы об автомобилях, Top Gear, Рутледжу Вуду. Это как бы намекает на любовь Турбосвина к быстрой езде. Турбосвин не ест свинину, так же как и крысовчик. Come here!
Балтики.